Всем привет! У меня в руках аккумуляторная дрель-шуруповерт Bord BAB14UX2DK. Это удобный инструмент для сверления и работы с крепежом. Для обработки различных материалов предусмотрено два скоростных режима – от 0 до 400 и от 0 до 1500 оборотов в минуту. Ограничение крутящего момента позволяет точно работать с любым крепежом – и мелким, и крупным. На корпусе есть подсветка и держатель для насадок. В комплект входят два аккумулятора на 14 вольт, зарядное устройство, набор бит и сверл, магнитный держатель и кейс.